Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Алла Пугачева за свои 72 года помогла многим дарованиям. Знаменитости по сей день не устают благодарить Примадонну за помощь в продвижении карьеры. Однако есть и те, кто умудряется выдвигать против Аллы Борисовны чудовищные обвинения. Так, певица Наталья Гулькина заявила, что влияние Пугачевой могло и негативно сказаться на судьбе артиста. По словам звезды группы «Мираж», одно слово Пугачевой, из сценической жизни музыканта наступал крах. Наталья Гулькина много лет на эстраде. Исполнительница уверена, чтобы достичь успеха в музыкальной карьере, одного таланта недостаточно. Артисту необходима финансовая поддержка и хорошие связи. А особенности благосклонность со стороны Аллы Пугачевой. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет. Почему? Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда, огорошила заявлением звезда Миража Елену Хангу. Гулькина также отметила, что в шоу-бизнесе все продается и покупается. Но нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой, добавила артистка. Ханга была удивлена такому положению вещей. Ведь сейчас каждый может прославиться благодаря интернету. Телеведущая привела в пример певицу Манижу, которая поехала на евровидение от России. При этом широкой аудитории была неизвестна. Как она поехала? Какое народное голосование? Какая вы наивная? Улыбнулась Наталья в ответ. Вообще все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег. Участие в конкурсе стоит определенных денег, потом проживание, проезд. Просто надо было сделать из этого человека звезду, заявила 57-летняя исполнительница в эфире YouTube-канале Елена Ханга. По словам Гулькиной, похожая ситуация и с новогодними шоу. Новые дарования появляются в них не просто так. Когда вы видите на голубом огоньке новые, незнакомые вам лица, очевидно, эти люди зашли туда с чемоданом денег. На радио также сказала, как отрезала вокалистка. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.